смотри, пошла. Все, я готов. Ну, в стороночку немножко отойдите, на всякий случай. Если у кого-то есть вопросы, можно вот Евгению задать. Он...
А зачем? Подробно чего происходит вращение? Вращение. Вот он сам здесь вращается. До 10 метров. Тут сейчас садился. А это я его вокруг. За счет чего? За счет чего? За счет вращения разности пропеллера. Это очень так. Камеру так попробуйте. Самолет у нас, когда мы его запускали, оператор отдельно обмерзает. А самолет тоже с электродвигателем? Да. Как бы в данном... В данной конфигурации 15 минут полета. Сейчас будем переводить на более большие моторы, винты другие и батареи другие. Вот до 25. Это аппарат сделан для художественной коммерческой съемки, не для спорта, фотоплана, чего-то другого. И от оператора когда на какое расстояние Но оператор может до 1,5 километра видеть. Я визуально могу. Визуально, 300 метров. Визуально, да, 300 метров. Флешка, она же никак не вредит здоровье. А у него аккумулятор или батарея сменная? Аккумулятор на батарее, вот. Заряжается 15-20 минут и готово. Можно дальше идти. Ну, комплект обычно 6 штучек берем с собой. 12 батарей. Сколько сервомашинок здесь в комплекте всего? Всего 3. Но они на подвесе, чтобы нам по оси Z, X, Y подвес вращался. Там, где-то.